Итальянцы демонстративно сожгли счета за электроэнергию. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Сделали они это не просто так, а когда увидели огромные цифры в квитанциях. Рановато, конечно, итальянцы решили жечь свои счета на электроэнергию. Могли подождать до зимы, и тогда они этим огнем хотя бы согрелись. А как же отреагировало на это руководство Италии? Конечно, обрадовалось. Ведь пусть лучше люди сжигают на площади свои счета, чем само руководство. Всем привет, с вами Майя По. И это очередная порция горячих новостей. Зеленский ответил на петицию о легализации порно. Ну да, ведь в его стране сейчас больше нет проблем. Пока весь мир спорит, поставлять оружие Украине или нет, Зеленский занят действительно важными вопросами. Узакониванием однополых браков, установкой памятников геям. Вот теперь дошло дело и до легализации порнографии. Причем это по большей части делается для ВСУ. Возможно, Зеленский думает, что солдаты на фронте борются за родину именно так. Нумо, погнали! Ага ж. Как говорится, кому война, а кому милфа ридна. И пока украинские солдаты ждут адекватного командования, на Банковой вовсю договариваются, чтобы к ленд-лизу подключился Порнхаб. Литва достроила забор на границе с Беларусью. Скорее всего, они на этом заборе для пущего страха еще и вот такую табличку повесили. В ответ белорусы написали на этом заборе всем известные буквы ЗАЧЕМ. И правда еще неизвестно, зачем Литве забор с Белоруссией и какая функция на него возложена. Не пускать белорусов или не дать литовцам убежать из Литвы. Судя по тому, что происходит в Прибалтийских королевствах, последнее более вероятно. Депутат от правящей партии Молдовы предложил отдать Приднестровье Украине. Ну правда, зачем решать приднестровскую проблему? Нет у Молдовы Приднестровья – нет проблем. Такое заявление сделал депутат ПАС Василий Шаймару. Надеюсь, хоть кто-то из однопартийцев предложил больше Васе не наливать. Хотя, в принципе, это заявление в духе действующей власти. Они же там цари. Кемская волость. О, я. Да пусть забирает на здоровье, я-то думал, господи. С такими управленцами Молдова уже отдала часть территории под добычу сланцевого газа, огромный участок в центре города под посольство США. Оставшиеся земли отдадут со временем Румынии. И все. Можно с чувством выполненного долга всем руководством страны уехать отдыхать. А насчет Приднестровья, в принципе, вы можете его отдать Украине. Там люди давно хотели стать частью Российской Федерации. Лукашенко презентовал первый в мире белорусский ноутбук. Вот радует меня батька. Презентация, конечно, отличается от Apple, но и Лукашенко не Стив Джобс. У него есть костюм, и он живой. В качестве логотипа используется большая буква N. Наверное, в честь Николая Лукашенко. Хотя можно было покреативить и сделать надкусанную картошку, например. Думаю, ноутбук работает на операционной системе Windows. И предупреждает, что если бы за 6 часов ноутбук не был бы превентивно заряжен, то он бы сел. А если серьезно, то Лукашенко еще раз доказал, если надо что-то отечественное, то в Белоруссии будет все. И креветки, и пармезан, и ноутбуки. Полиция арестовала жителя Эстонии за просьбу к Путину шлепнуть премьера республики. А что? Путин не женатый, их премьер Кая симпатичная, почему нет? За выложенное видео в ТикТоке с таким предложением гражданина Эстонии задержали на 10 суток, обвинив его в разжигании вражды. Хотя, как по мне, больше походит на попытку неудачного сводничества. В таких случаях лучше обращаться к профессионалам. Что мы узнали из этой новости? Во-первых, эстонская полиция сидит в ТикТоке. Во-вторых, попа премьера Эстонии тоже обладает депутатской неприкосновенностью. В-третьих, если Путин захочет что-то шлепнуть, то... Нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять. По-другому не получится. Румыния с сентября увеличила в 2 раза тариф на импорт, экспорт и транзит электроэнергии для Молдовы и Украины. А румыны умеют протягивать руку помощи. Заявляют, что будут всячески помогать Украине, а потом повышают для нее пошлины.
С Молдовой еще веселее. Их-то румыны вообще братьями называют. Вот и делают на них свой семейный бизнес. У молдаван есть такая поговорка. Фрате фрате дарбрынзе є кубань. Брат братом, а творог за деньги. В случае с братьями румынами за двойной тариф. Это, кстати, не первый случай, когда Румыния помогает Молдове. Один из недавних нашумевших скандалов. В разгар ковида оказалось, что братская Румыния подарила Молдове вакцину, у которой вот-вот истечет срок годности. Как-то не по-братски получается. Но будем надеяться, что вместе с вакциной истечет срок годности и веры в то, что Молдова объединится с Румынией. Литва отозвала иск против Горбачева по делу 13 января. Я-то думала, что литовские власти могут и мертвого заебать, а оказывается, нет. Литовцы не любят Горбачева из-за того, что во время событий 91 года погибло 13 литовцев. Из-за этого называют его военным преступником и врагом литовского народа. Но делают это только тогда, когда поблизости нет никого из западных партнеров, а то могут не понять и выписать из друзей. Но то, что иск отозвали после смерти, многое объясняет. Теперь понятно, почему Литва не судится с Тевтонским орденом и динозаврами, которые оккупировали их территорию 40 миллионов лет назад. В Чехии прошел масштабный пророссийский митинг с участием около 70 тысяч человек. Вот теперь можно увидеть настоящее отношение чехов к антироссийским санкциям и поставкам оружия Украине. А местные власти ничего лучше не придумали, как связать эти митинги с тем, что они спланированы и организованы самой Россией. Ну что сказать, неплохо тогда Россия работает, если вдруг в центре Европы смогли высадиться 70 тысяч десантников под видом митингующих. Если взять принцип решения чешских властей «недоволен, значит ты прорусский», то глядишь скоро, где-то в ноябре, прорусской станет вся Европа. Молдова сокращает расходы на здравоохранение, чтобы увеличить расходы на оборону. Наконец-то у великой украинской армии появится конкурент – бравая молдавская. Лучшая защита иммунитета – это нападение, подумали молдавские министры. Чтобы вы понимали, расходы на оборону за счет здоровья простых граждан увеличат аж на 750 тысяч долларов. И если для вакцин, бинтов и лекарств это неплохие деньги, то для военных целей этих копеек хватит аж на одно крыло от Байрактара. Чтобы собрать и на второе крыло, молдавским больницам рекомендуется экономить электроэнергию, а водителям скорой помощи – бензин. Интересно, как это? Не ехать на вызов, если он на окраине города? Или тайком пробираться в воинскую часть и там отсасывать бензин с армейских грузовиков? У них-то денег сейчас ого-го. Но зная профессиональное умение молдавских чиновников осваивать бюджеты, то скоро мы увидим реальное усиление молдавской армии. Раньше было всего два «Хаммера», а теперь они еще и зимнюю резину к ним купят. Майя Санду сожалеет о том, что государственный язык Молдовы – молдавский, а не румынский. Ай да Санду, ай да соросовская дочь! Тоже мне нашла о чем сожалеть. Лучше бы прислушалась к обычному народу Молдовы, который тем временем сожалеет лишь об одном, что голосовали на выборах за Санду. Достойную, думай, занята молдавская государыня. Пока вся страна думает, не разорятся ли они в отопительный сезон, ее заботят только строчки в Конституции, а там в каждой строчке только точки после буквы «Г». Как говорится, если говорят о патриотизме, значит проворовались. А в Молдове говорят о языке, значит проворовались по-крупному. Или задолжали западным кураторам. Отчет МАГАТЭ, двоеточие. Россия обеспечила ядерную безопасность Европе. Точка. Напомню, Украина утверждала, что российские войска бомбят Запорожскую АЭС, на которой находятся российские войска, что нелогично. В то время как Россия утверждала, что станция находится под их контролем и бомбит ее Украина, что в принципе логично. Эксперты МАГАТЭ приехали, несмотря на все препятствия. И, о невероятно, не подтвердили версию Украины, заявив, что российские войска контролируют АЭС, и что бомбежка станции может привести к катастрофическим последствиям. А после таких заявлений МАГАТЭ появится в списке миротворца?
Очень мягко так они намекнули на виновника этого ядерного торжества, не называя конкретно, кто ведет опасные обстрелы. И понятно почему, ведь ехать обратно им пришлось через территорию страны 404. Однако бомбежек за АЭС Украина так и не остановила. Вероятнее всего, в генштабе ВСУ решили, раз они не могут отбить Запорожье, то пусть оно не достается никому. И пусть мы все умрем, но зато во всем этом обвинят Россию. Хотя постойте, после доклада МАГАТЭ уже не обвинят. Получается типичная очередная перемога. Наоборот. Кота Ларри выдвинули на пост премьер-министра Великобритании. Смотря на тех, кто были премьер-министрами Великобритании в последние годы, кот действительно мог бы составить им серьезную конкуренцию. И если бы этот кот выиграл, то был бы не премьер-министр, а премьер-министр. Но, с другой стороны, это же Британия, прогрессивная страна. Потом оказалось бы, что кот должен быть черным, женского пола, и желательно, чтобы он идентифицировал себя как собаку. И есть в этом кандидате один огромный плюс. Если бы к нему пришли и сказали «подпишите указ о военной помощи Украине», он бы сказал «я не могу ничего подписывать, у меня лапки». Но, к сожалению, победу на этих выборах одержала Ли Страсс. Получается, в очередной раз, как в мультфильме «Том и Джерри». Какая-то мышь обыграла кота. На сегодня это все. Пока.